Сегодня мое видео вот на такую тему. Попробуем почистить наш контейнер в стиральной машинке с помощью воды и уксуса. Добавлю еще эссенции. То есть осталось уже вот столько. Добавляю еще. Вот таким образом я добавила полностью всю бутылку и 70% эссенции. То есть ушла у меня вся эссенция. Ну вот покипячу, посмотрю, получится что-нибудь или нет отмыть. Ну вот больше часа, где-то часа полтора я варила в одной бутылочке 70% эссенции свой контейнер, емкость для засыпки порошка, отбеливателя. Ну вот результат. Не знаю, видно или нет. Пытаюсь сфокусироваться. Периодически приходилось доставать, выкладывать и зубной старой щеткой счищать, когда вот она становилась вот такого беленького цвета. Вот когда он такой белого цвета, его легко можно чистить. До этого момента он не чистится. Только когда вот вытащишь, он вот так вот побелеет на глазах, тогда он счищается. Но вот это вот я даже не стала мучиться, в принципе, он не мешает. Вот это, что осталось, тоже я не стала. Думаю, а оно мне надо прям уж до блеска доводить. Ну, чистенько, так приемлемо. Глаза не бросается. Не скажешь, что прям уж очень грязно. Поэтому вот решил на этом остановиться. Ну, запах уксуса стоял, конечно, сильный. Резал глаза, как говорится. Но, тем не менее, результат есть. Результат есть. Вот такой вот результат.